Павлицк, всем привет. Мы оптимально никуда не приехали. Вот эти трехкратные спуски комментарии. А я вам подсказку сделаю. Как раз снова в магазин. И к Даниленко. Какой-то здесь фольга очень странно похожа на советские времена некоторые. Пожалуйста. Странный таз из советских времен. Очень такой подозрительный. Перчатки, то есть магазин здесь и продукты, и всякая такая вот кривельда. Перчатки, кстати, очень плотные, очень такие качественные, классные. Можно кактусы пересаживать в них. Швабры, тапочки. Очень, кстати, интересно, тапочки с зайками. Но подошвы у них очень плотные. Не люблю я такие. Но тапочки красивые. Где-то рублей по 200. Магазин, кстати, довольно большой. Ледянки, смотрите, у них какой-то советский времена, такого цвета, детская неожиданность, такие странные какие-то. Я в шоке была, честно. Разные шампуни. Вот эти, кстати, жидкое мыло, разнообразное там. Здесь у меня уже светофор. Много разных порошков. Пишите в комментариях, какими порошками пользуетесь вы из светофора. Какие вообще хорошие. Я в основном персил. Не могу ему начать изменять. Сорти. Всего 222 рубля. Такая большая. Недорого, в принципе. Ленор, кстати, вот там стоит. Даже появились памперсы, хаггис. Такие большие пачечки. Всего 370 рублей за пачку большую. Соленые огурцы, смотрите, какие огромные, просто гигантские, переросшие какие-то. Я в шоке была, честно. Именно с семенами и невкусные. Здесь фикс прайс. Смотрите, какие красивые цветочки. Обалденные. Как настоящие. Прям. У нас снег, смотрите. Какая красота на улице. И снег идет. Сходила в Пятерочку, перекресток. Пила всякие. Покушать себе на ужин. Опять селедку под шубу взяла. Не могу, нравится она мне. Какой обычной селедки взяла. Что такое? Опять камера вся грязная будет, мокрая. Вот. А вот сейчас долго спорили с мастером. Он не хочет завтра приходить, в воскресенье завтра. А нам надо срочно уже, чтобы ремонт закончен был. Он не хочу. А я говорю, надо. Короче, со мной же спорить бесполезно. Бесполезно. Короче, говорил, вроде как он должен завтра в 12 подойти. А я завтра пойду. Хочу куда-нибудь пойти. Не знаешь, во сколько он на самом деле придет. Потому что он такой. Может пообещать. Сам не прийти. Все заляпано, мок. Холодно стало. С утра было тепло. Сейчас покажу, что купила. Обзор покупок будет вам. А вы сидите, смотрите там. Ну, все, камера заляпана. Сейчас, кстати, снег у нас идет. Снегом очень удобно фотографироваться со вспышкой. Очень красиво смотрится.
Это же вся славная. Первый снег — это всегда классно. Особенно снег, который ложится в такие места. Смотрите, какие машины классные. Ну тут вот не очень. А ну тут тоже. Сейчас вот до этого были. Снег офигенно лежит на машинах. Так классно. На деревьях. Обалденно прям. Но я не люблю, когда снег в лицо летит. Особенно, знаете, когда воротник меховой, и снег летит в лицо, и вот этот воротник становится мокрый, прилипает везде. Сейчас, кстати, вот удобно тем, что маска, как воротник, спасает от всяких там всякого мокрого. Но уже камера заляпана. Заляпалась. Красиво смотрится. Елочки. Заляпалась. Здесь звездочка везла. Все время прохожу этот поворот. Что-то для меня это что-то очень подозрительное. Сейчас, наверное, даже меня кто-то поедет. Нет. На камере такие огромные капли, и они так классно сейчас смотрелись. Машина светила впереди. Сейчас даже, смотрите, я надеюсь, то, что не просто у меня через камеру это, через экран видно, а что это у вас тоже видно, я очень надеюсь на это. Потому что это смотрится просто классно. Сейчас мы дойдем до подъезда, я засниму фонарь. Мне кажется, через фонарь будет очень классно смотреться. Короче, говорила мастер, он такой тугодум. Так это все долго. Не люблю долгих людей. И очень долго было. Я замерзнуть успела за это время. Ай, кто там кричит? Сверну, пожалуй. Вон, видите фонарь? Как он? Классно смотрится. Как желтки какие-то. Какие желтки у вас там. Похоже на желточки. На желточки. На яички. Ошиблась. Так, смотрите, я дома, смотрите, какая уже стена. Мастер все зашпаклевал. Единственное, такие полосы интересные видны.
Вот, и давайте с вами обзор. Да, уже, кстати, вон там, вы видите, я пошла в светофор, ездила сегодня. Вот. Купила вот такие картошечки. Очень, знаете, прям подсела реально, я на них подсела. Потому что вот так вот кормишь ребенка, самой, допустим, покушать нечего, но хочется. Хочется что-то такого разнообразия. И мне, честно говоря, они очень нравятся. В светофоре они стоили 35 рублей, но здесь до 2,5 килограмм. А в этом фикс-прайсе, видите, до 3 килограмм. Здесь стоит 50 рублей. То есть, блин, на вид они, кстати, одинаковые, но тут чувствуется, что меньше. По весу давайте посмотрим. Так, по весу. А, 300 грамм. То есть здесь получается 50 рублей стоит 300 грамм. Здесь у нас вес 250 грамм стоит 35 рублей. То есть, ну, блин, надо посчитать. Надо посчитать. 250 грамм. Здесь 300. То есть тут буквально придется считать до... Прям очень. Ну, не знаю. Здесь 35 рублей. Тут уже 50. Как-то, мне кажется, наверное, все-таки, если вот так вот брать, будет дешевле. По вкусу, вот эти, знаете, когда они вот полежат долго на балконе или где-то полежат, они прям вот вкусные, обалденные. Когда вы их вот только купите и сегодня сделаете, то какой-то вкус такой химии, какой-то вообще невкусный. Вот. Так, светофоры я взяла. Купила в светофоре такие рыбки, я думала, брать, не брать. Проходила мимо женщина, говорит, берите, обалденно вкусные. Я, говорит, беру, кладу их в чашечки маленькие, говорит, и по всей квартире, говорит, у меня муж ходит, и, говорит, их грызет, как семечки. Вот, я подумала, ну, так постояла, посмотрела, типа, ну, ладно, возьму, окей. Вот, и там я заметила по светофору, очень много сегодня людей было, все ходят. И все друг друга спрашивают, а вы вот это не пробовали, вкусно? Нет, я вот это вот пробовала, вот это вот вкусно, а вот это вот невкусно, мне не понравилось. Друг дружек такие, так прикольно было за всеми наблюдать, вообще-то классно. Вот. Также я зашла, там рядом с светофором открылся какой-то магазин неизвестный. Сейчас мы тут вот посмотрим. А, нет, здесь нету, что ли? Он как-то ИП называется, ИП там какой-то, но я снимала, у вас видно. Там продаются такие тапочки. Но они жесткие. Но вот так вот Диме одеть. Из бани, допустим, не из бани, а из этой, из ванны выйти, дойти. Бан, нитки. О, блин, тут нитки как торчат. Какие-то. Ладно. Чинная модель. Вот, и, ну, из бани, из ванны выйти, вот так вот пройтись, потому что его тапочки уже малы. А вот эти вот нормальные. Стоили они где-то около 190 рублей. Зайки и панда. 30-35 размер. А тут 30-31, как раз ему. Потому что все тапочки, которые у него есть, он уже, нога у него с трудом влазит. И как бы так вот. Это прикольно, кстати, тапочки. Ему надолго хватит их. Вот. Долго думала, брать, не брать, но потом решила взять. Какой-то там неизвестный магазин. Также я в этом неизвестном магазине взяла зубные щетки. Они стоили где-то рублей по 15, по 20, наверное. Вот. Нужно было взять, наверное, все-таки побольше. Вот, потому что детские зубные щетки стоят очень дорого. В Перекрестке я последний раз брала за 150 рублей, но она классная. Там мне она прям понравилась, щетка. Вот, жалко, что она такая дорогая. Ну, здесь вот обычные, хотя бы вот ребенку почистить зубы нормально. Вот. Так. Это у нас был неизвестный магазин. А, еще в неизвестном магазине я взяла вот такие вот печеньки. Везде, кстати, они стоят 50-70 рублей во всех магазинах. Там они 25. Я удивилась, долго вертела. Думала, брать, не брать. Потому что вот эта фирма все-таки дороже. Я знаю, что стоит, не знаю почему. Но решила взять, потому что сыну очень понравились, они вкусные. Вот. Рецепты даже. А, это рецепт на канале каком. Нужно зайти посмотреть. Будет интересно. Так, а что еще? И все. Больше ничего не нашла в этом неизвестном магазине. Странном. Так, потом я пошла в Fix Price. Fix Price я, смотрите, купила такие штучки. Давно искала. Наконец-то нашла. У меня была такая металлическая. Но свекровь не поняла, что это, и выкинула ее. Вот металлическая прям реально вот лучше.
пластмассу. Я взяла одну ванную, другую, нет, не ванну, раковину на кухне взяла, чтобы как-то получше было. Проще же так вот вынуть ее. Ну, там есть какая-то. Ну, пускай будет две. Вот. Так, это что? Они по 9 рублей были. Да. Так, в Фикспрайсе я взяла миринду. Кстати, миринды довольно давно не было уже. Мне кажется, ее давно не продавалось. Или фанта? А, фанта. А есть вот, да, миринда. Относительно недавно она, по-моему, заново появилась. Я увидела в перекрестке. Но что-то была она дорого и не стала. Помните, в детстве она всегда была? Вот. А тут я увидела, решила взять. Вот. Взяла вот такие баночки. Мне очень нравятся такие баночки. У меня свекровь утащила много. И мои уже стали старые. Я решила старые куда-нибудь деть, а пользоваться уже новыми. Здесь вот 220 миллилитров, наверное, это. Кстати, когда покупаете такие баночки, обязательно смотрите, чтобы вот она открывалась, закрывалась хорошо, потому что там есть реально такие, которые плохо открываются, закрываются. Я взяла 3 штучки. В прошлый раз я 5 взяла, в этот раз 3 штучки, в следующий раз еще 2 возьму, потому что реально это классно, они очень классно. Крышки вот я не особо всегда пользуюсь, ну, не всегда пользуюсь. А вот лучок остался, перчик остался, я кладу туда. Что-нибудь вот осталось. Очень удобно. Мне очень прям нравится. Они у меня всегда в ходу. Так, также я купила в Фикспрайсе. Помните, в прошлый раз я говорила, то, что в Фикспрайсе непонятно почему стоит холст гораздо дешевле. Вот это, смотрите, из Фикспрайса. У него упаковка просто желтая. Тут я уже покушала. А вот этот вот холст, вот этот стоит 18, по-моему. Да-да-да, 18 рублей в этом Фикспрайсе. А в перекрестке 25 стоит вот этот. Видите, он такой серебристенький. Не различаются. Я посмотрела, это один и тот же город. Производство. Все, короче, одинаковое. Состав я там уж не увидела. Но это все одно и то же. Не знаю, почему они разные. Вот. Тут нарисована, кстати, картинка одна. Но на самом деле он выглядит там совершенно по-другому. Какая-то конфетка бугристая. Просто вообще непонятно. Раньше, я помню, лет 10, наверное, назад, там реально была такая красивая конфетка. Они были, мне кажется, и по размеру побольше. Там были ямочки такие, прям впадины. А сейчас... Ой, холст плохо делают. Вот. Ну и взяла, конечно, вот эти вот такие вот. Ментол экстра. Не помню, правда, как они там на вкус. Но, по-моему, я люблю, кстати, ментол. Жвачки ментоловые раньше любила. Так. Еще купила в Фикспрайсе вот такую солонку перчитница. Такими они баночки. Мне очень понравились сами баночки. Не смогла устоять, честно. Сейчас пошла вот мода на такие всякие баночки с закрутками. Крышечка, здесь еще можно написать. Блин, ну не знаю, прям классная. Единственное, вот она долго заворачивается, отворачивается, выворачивается. Вот, слишком долго. Вот раз, два, три. Почти три. Ее можно использовать как соль, а можно как рюмка, например. Мне кажется, как рюмка можно. Так вот, оригинально, кстати, очень вот это вот. Убрать или здесь написать что-нибудь. Гости придут к вам, а у вас такие рюмочки маленькие. Перелить, залить что-нибудь. Это с ребенком. Какие-нибудь коктейльчики там мини попить. Там, не знаю, миллилитров сколько. Как раз для рюмки оно хорошо подойдет. Наверное. Ну, не знаю, напишите свои комментарии на этот счет. Классная, короче, штучка. Так. Также я, кстати, взяла еще... светофоре вот такую штучку. Чипсы. Изначально я поехала за чипсами туда, своими любимыми, но их не оказалось там. Я уже, кстати, довольно давно их не вижу. Я думала, просто разобрали, но, видимо, перестали. В конце ролика мы с вами откроем эти чипсы и посмотрим, что же там такое. Так. Сок, конечно, Диме я купила. У нас закончились соки. Они... Пятерочки я взяла, они были по 18 рублей. Это была скидка. По скидке. Завтра, наверное, схожу и еще куплю. Соки он любит. Честно говоря, я первый раз в жизни вот так вот покупаю соки, по-моему. Ну, может быть, один раз было. Я вообще против таких соков. Люблю сделать ребенку сама соки. Но сейчас делать сама я не могу, потому что у нас ремонт. Вот. И уже, конечно же, нету столько фруктов. То есть, ну, магазины, смысл магазинные яблоки покупать, чтобы делать... сок ребенку.
купили. Ладно. Молочко, конечно, я Диме купила. У нас молочко закончилось. Завтра еще пойду в Перекресток за бананами. Думала, что мне дадут бонусы, баллы, как это было обычно. Но мне что-то который раз уже ничего не дают. Пятерочки купила вот такие вот. Бананы, хотел сказать. Сок. Очень, кстати, нам понравился. И Диме понравился. И мне очень понравился этот сок. Классный. Прям, блин, очень понравился. Солнечный банан с мякотью. Так. А, и купила еще конфеты свои любимые в Пятерочке. Не знаю, что там, на какую сумму они вышли. Также в Перекрестке купила вот такой соус чесночный. 9 рублей всего лишь. Хотя, мне кажется, кстати, что это будет, наверное, дороже. 25 грамм. А если брать большой, будет это. Купила картошку. Это вот как раз к соусу. 300 рублей стоит за килограмм. За 100 грамм 29. Ну, у меня как раз вот 100 грамм вышло. Кстати, для 100 грамм довольно, смотрите. Я думала, 100 грамм будет весить 1-2 картошные. Их там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук, представляете? Я попросила поджаристые, очень люблю поджаристые. А называется она, по-моему, картошка фри. Да, картошка фри. Завтра, может быть, попробую или не знаю когда. И купила также селедку под шубой, но я ее уже съела. Вот, еще вот такие, кстати, очень люблю. Но люблю с апельсином, а мне все время с клубникой попадается. Также я в Перекрестке еще купила селедку. Такую селедку мы с вами уже пробовали, она обалденно вкусная. Стоит она 150, но сегодня была на нее скидка 99 рублей. Я купила таких две, она обалденно вкусная. Блин, знаете, вот если селедка, то только вот такая. Обалденная, просто обалденная. До этого я покупала селедку подешевле, ну как раз около 100 рублей, наверное, она с чем-то стоила. Какая-то гадость, вот честно. А здесь тут прям классно, мне очень она понравилась. Она у меня до 14 марта, январь, февраль, март. Да, до 14 марта ее вместе с лучком можно сделать и покушать ням-ням-ням. Также еще светофор, ради чего я поехала. Вот такие кнуты. Так, сейчас я. Ох, мама. Ой, господи. Ой, что ж такое? Убегает. Кнуты. Вот такие вот обалденные. Просто штука стоит 100 рублей. Ради них я тоже поехала. В прошлый раз мы, помните, с вами отдыхали вместе с Женей. Мы ездили к друзьям. И там я тоже покупала их. Я вам показывала попробовать. И мне очень-очень сильно они понравились. В этот раз я поехала, взяла 3 штуки. И самое интересное, халява. Уже дома я увидела чек. Я еще еду про себя, думаю, что ж такое, с меня взяли всего 250 рублей. Думаю, сколько же они стоили-то, а? Думаю, странно. Думаю, я помню, что 150 у меня в голове отложилось. Ну нет, думаю, 150 слишком дорого, что-то думаю. Приезжаю домой, а там парень пробил одну штуку только вот такой. Остальные две мне достались даром, представляете, халява. Вот я недавно только с вами разговаривала, вспоминала про халяву. Думаю, блин, сейчас такого, наверное, уже все не бывает. Пожалуйста, халява. Честно говоря, даже настроение немножечко поднялось, но обидно, конечно. Парень там старается, работает, молодой. И светофоры были просто огроменные. Очередь, я не смогла заснять вам очередь, потому что у меня руки были заняты. Я вообще не знала, что я столько наберу продуктов. Ну, вроде немного набрала, но руки были заняты. Вот, ну, все видели людей, да, очередь. Там очередь, две кассы работала, и очереди было... Человек, наверное, по 20-25. И вроде бы она рассасывается, как бы вроде быстро, как будто бы доходишь до кассы, но сзади себя поворачиваешь и видишь, ну, еще люди. То есть люди продолжают стоять, набирается. Народ идет, идет, идет. Это вообще что-то с чем-то. Вот, и, конечно, видно, что он очень сильно устает. Но вот эти вот вкусные. Ням-ням-ням. Ой, блин, вот это надо было больше взять. Ну, не потому что даже, что он дешевле. Так, также я зашла красное-белое, купила вот такие вот сырки, хотела сказать, сыр, около 70-80, ну, под 90 рублей, ладно, пускай стоили. Женя мне приносил такие из пивного магазина, они обалденно вкусные, у нас я не нашла ничего подобного, нашла только вот такое. Не знаю, вкусно это или нет, честно, и вот такая тоже под 90 рублей. Там были, я помню, Женя приносил какие-то вот маленькие разрезы, видимо, если вот эти вот. Соусом каким-то их. Я думала, что, кстати, у них там вода, а вот у них там сухо. Ой, блин, слушайте, ну вообще, конечно, мало.
Очень мало. Сколько здесь, интересно? Не знаю. Короче, фиг знает. Не знаю, вкусно это или нет. Даже представить себе не могу. Думаю, что вкусно. Вот. Все, что ли? Наверное, все. По-моему, все. Вот. А, я еще купила это, смесь для супа. Как в прошлый раз я покупала. Эти пятерочки была акция по 60 рублей, что ли, они, по-моему, или по 70. Или 80, не помню. Так, пачку чипсов я с вами обещала открыть в конце ролика. О, они вон какие, оказывается. Они как московский картофель, что ли. А, я думала, они как лейс будут. Здесь, смотрите, нарисован другой. Он нарисован, видите, как лейс. Здесь тоже. То есть нарисовано одно, а на самом деле совершенно другое. Обидно. Я хотела как лейс. Ну ладно. Надеюсь, что я запомню и буду теперь знать. На вкус, кстати... На вкус, знаете, когда ее берешь, ощущение, как будто я съела чипсы со вкусом молока. Почему-то мне так показалось сначала, пока я жевала. А сейчас я чувствую, что есть сметана и зелень. Присутствует как будто. 100 грамм здесь, кстати. Ну, эти я потом расскажу, какие вкусные были или нет. Фух, устала, честно говоря, устала. А, светофор пришла. Там, блин, я думала, я зашла в другой континент какой-то случайно, честно. Куча народу, какие-то магазины непонятные. Я даже про их существование не знала. Какие-то ярмарки, там мясные отделы какие-то, куча народу, очередь. Какой-то магазин фрукты, овощи появился, там тоже куча людей, там вообще столько места занимает, как на рынок, как будто зашла, правда. Там потом какой-то неизвестный магазин, там названия нет. Я думаю, Победа, что ли, открылась, похоже вроде на Победу. Или нет, не пойму, что такое, или этот светофор такой маленький стал. Короче, я там вам, вы видели, все поснимала, наснимала немножко. В светофоре думала заснять новинки, но все то же самое. Видимо, продукты очень быстро заканчиваются, народу много. Народ идет. Много заходит, много выходит. Короче, вот так вот. Буду я, короче, отдыхать. Сегодня мы с вами очень классно погуляли. Немножечко попутешествую, чуть-чуть там засняла вам, чуть-чуть там. Надеюсь, что вам понравится. Я буду отдыхать, сейчас хочу посмотреть кино. Вот, поесть свои кнуты. Кстати, кнуты очень дешево стоят. То есть за 250 грамм 100 рублей. Это очень дешево и очень вкусно. Они чуточку острые, прям капельку. Я случайно заметила, когда я уже где-то полпачки, наверное, вот так вот съела. Только тогда заметила. В магазине, допустим, пятерочки будет гораздо дороже. Там по размеру меньше и стоит 150 рублей. То есть, ну, смысл. Вот, только тоже выбирайте. Вот я выбрала потемнее, немножко посморщеннее. Есть некоторые, что вот тут, вот, допустим, грязно очень. Мне кажется, это просто они лежат давно. Срок годности? Честно, я даже не знаю. Я не знаю, где его смотреть. Мне кажется, я их либо быстро съем, либо заморожу. Как это я люблю делать. Селедка тоже очень классная. Берите. Вот честно, вот как в советские времена вот была, да, вот там наши родители с вами делали селедку. Вот точно так же, обалденно, мне очень сильно понравился, очень прям. И тоже, конечно, выбирайте, есть некоторые здесь кусочки красивые, вот как вот здесь, а бывает не очень лежит. Такое ощущение, как будто меньше положили. Хотя она, я думаю, везде одинаковая. А, 300 грамм. Чувствуется такая, полкило как будто. Вот. Все, я буду отдыхать. Спасибо, что вы были вместе со мной. Обязательно подписывайтесь. Пишите свои комментарии, какие продукты вы здесь кушали, какие вы продукты любите отсюда вам. А, вот тут я показала, да? Пятерочки. Мне очень, кстати, понравились вот эти конфетки. Не думаю, что мне когда-нибудь такое подобное понравится. Но на старости лет мне все-таки начинает нравиться такое все химическое, говнястое, невкусное и противное.
Да, даже, видите, он стал еду. Никогда бы не подумал, что я буду готовую еду покупать. Но когда Дима уходит к бабушке, честно говоря, в свой выходной мне не хочется стоять и готовить. Лень, честно, лень. Мне проще купить, поесть и все. А потом приходит ребенок, и мы с ним начинаем уже убираться, готовить. Там та-та-та, то есть уже делаю это с удовольствием. Вот, все. Всем пока, с вами был канал Art Mania. И спасибо за просмотр. Ставьте лайки, для вас стараюсь. Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь вот тут вот. Все, пока-пока.